Вот это, скажу, это с Андреем Чистаковым в Москве. Это Валера Соколов, у меня дома в Париже. Это Ягуди Минюхин, когда ему было 15 лет. Это фотография Эрнста Блоха, композитора. Вот, и это мы играем Бартака вместе. Бруно, а вы водку пьете вообще? Ну, иногда, конечно. Да? Это запрещено или это морально? Не, наоборот, я пытался понять, вы живой человек или вы такой ходячий скрипичный ключ? Я же курю, ну, все. Скажите, у вас сольных концертов сколько было? Сколько жизнь? Было? Да. О, вы знаете, я не знаю, да. Я как? Ну, это 10, 100, больше. В жизни? Сольных, да. Вы знаете, это для меня вот это такая, я бы сказал, периодическая, да, деятельность. То есть я очень рад играть, когда есть специальные обстоятельства, вот так как этот фестиваль здесь в Харькове. Но я не гастролирую постоянно. Это я занимаюсь музыкой. Занимаюсь музыкой либо как скрипач, как музыкант, как исполнитель, как писатель, как режиссер. То есть это у меня одно направление. Вот это я и хотел спросить как раз Бруно, потому что, ну, у вас 80 фильмов, и даже больше. А вы, ну, внешне для людей вы всегда говорите, что вы музыкант, вы на этом настаиваете. Почему не режиссер? Почему музыкант? Это надо, конечно, копать, не знаю куда, но я думаю, что все это произошло с того, что я не композитор, хотя у меня были такие стремления в детстве. Я очень много писал музыку, очень много писал музыки. Вот. У меня нету никакого дарования для этого. Но зато существует у меня, я думаю, что даже достаточно глубоко, желание сделать что-нибудь творческой натуры. Mm-hmm. Вот. И не будучи композитором, будучи музыкантом, я думаю, что самый хороший способ был бы фильм. Это, конечно, и тоже неожиданно или немножко случайно случилось это все. Но это мне дает огромное удовлетворение в том смысле, что я могу не только играть, писать, но и делать настоящие композиции. Надо иметь для таких фильмов компетенцию в сфере музыки. Это очень, очень важно. Я бы сказал, что даже когда я снимаю музыку, то есть для специальной постановки для камеры, что единственное сходство огромное с музыкальной композицией. Или, если хотите, это может быть и тоже интерпретация партитуры. То есть я вроде бы вот интерпретатор музыки и даже интерпретатор интерпретаторов в каком-то смысле. Это смутно. Вот немножко, но тем не менее, это хорошо, ясно, и вкусно, да? Да. Скажите, а книги, у нас такая пословица есть старая, пусть не обижается на меня чукчи. Но это из анекдота старого. Чукча не читатель, чукча писатель. Имеется в виду тот, кто пишет, не очень-то и читает сам. А вы книги читаете? Еще как. Ну, книги, да и постоянно. Я очень жадный вот читатель, да. И литература мне очень дорога, конечно. А почему? Люди вообще должны читать книги? Нет. Вы знаете, об этом есть большой спор, по-моему. Угу. Вообще, нужно ли... Я считаю, что самостоятельность в какой-то мере страдает от чтения. Ага. Потому что, конечно, вы получаете влияние
от того, что вы читаете. И я знаю достаточно много людей, которые вообще никогда не читают, зато у них есть абсолютно открытые понятия мира. С другой стороны, это, конечно, я считаю, что иметь этот постоянный контакт со всеми поколениями прошлого, настоящего, наверное, так и будущего, это тоже очень важно, естественно. Но я бы сказал, что есть какое-то преимущество в незнании. Я не уверен, что, я, допустим, касающийся музыки, что нет только преимущества в том, что люди грамотные. Я думаю, что для нас, классических музыкантов, то, что мы как-то связаны с партитурой, то, что мы играем то, что написано, это эквивалент вот чтения. То есть если те музыканты, которые вообще безграмотны, могут импровизировать. Могут? Ну, конечно. Ну, джазовые музыканты очень часто не умеют читать музыку. Вот. И это то, что потеряно, с одной стороны. Понимаю. Ну, такая спонтанность. Я считаю, что это хорошо, что это живет, и что это еще возможно. Так что в индийской музыке есть тоже замечательные музыканты, которые вот знают, то есть которым передается вот музыкальная традиция устными способами. Mm-hmm. Вот. И это то есть то, что у нас есть такое глубокое сознание о том, что есть в партитуре, это с одной стороны очень, очень важно и очень хорошо, но не иногда хочешь стать, как это сказать, я даже не знаю. Чистым от всего. Virgin. Девственным. Да. Это очень важно для спонтанности выражения. Бруно, как можно играть музыку, даже не обязательно классическую, вообще музыку, не зная, что существовал Бах, и не слушая его? Есть музыка до Баха, есть музыка после Баха. Да, ну конечно. А как же, вот вы говорите, ну индийцы же обходятся, правда? Вы сказали, что можно, оказывается. И, ну, если вы так говорите, тогда я могу вам сказать, что мне было бы очень жалко, если я бы родился, вот, скажем, в 15 или в 16 веке, или даже в 17 веке. Жизнь без Баха, ну, это, для меня это вообще... Непредставимо. Зато, окей, мы сейчас живем в 21 веке, нет? Да. Да? Мне тоже иногда и путаюсь, да. 21 веке. Конечно, мы не знаем, что будет через два века, через тысячи лет. С музыкой? Наверное, ну, с музыкой, с поэзией, с литературой. Да. Наверное, будут еще феноменальные гении, и мы этого не знаем. Так что, не живя до Баха, это мне непредставляемо. И, ну да, это просто невозможно. Ну, потому что, вы знаете, я все-таки считаю тоже, что Бах – это центральная фигура человечества. Я бы сказал, вот так, да такой, вы знаете, были такие высказывания, вот, когда умер Сталин, была речь этого Берии, да. И он говорил о величайшие гении всего человечества, вот, так высокопарно. Я бы это сказал с искренностью о Бахе. Скажите, для вас вообще существуют в мире гении помимо музыкальных? Вы только что упомянули Сталина. Может быть, есть кто-то еще в истории человечества гениальный? Не Бах, не музыкант. И кто для вас? В литературе. У меня есть проблема с литературой, потому что обыкновенно, когда я люблю автора, я хочу читать все, что он писал. Ну, да. Не только книги, но и переписку, и всякие отрывки, все, что с детства было написано. Но я бы сказал, я, конечно, для меня вот есть Марсель Пруст и Шекспир.
в русской литературе. Естественно, для меня вот это Достоевский и Солженицын. И Солженицына туда же? Еще как. Понял, хорошо. Скажите, а вы называете только исключительно художников? Будь то музыкант или писатель, вы говорите только о художниках. Значит, у вас даже в голове нет о том, что великий человек может быть для человечества не художником. Ну, это точно, что у меня нет компетентности в науке. О науке заговорили, тоже хорошо. Допустим, есть великие ученые, пусть самые известные, там, начиная от Эйнштейна. Да. Но вам даже в голову не пришло назвать какого-нибудь Наполеона? Ну, наверное, они великие, да. Они наверное, но что касается политических деятелей, всегда есть, я не знаю, те, которые, как это сказать, прогрессивные, те, которые идут вперед, обыкновенно это сопровождается с огромным количеством жертв. Так что... Как вы сразу поскучнели, когда мы заговорили про политиков. Бог с ними, не надо. Вот вы говорите, что вы много читаете. А как вы относитесь к электронным книгам? Я пока не знаю. Я хочу сейчас иметь возможность, так как я путешествую почти все время, возить с собой огромное количество книг. Это неудобно. И вот так что я думаю, что как-то я смогу, я когда-нибудь куплю вот это, как это называется? Ну да, iPad, может быть, да. Но то есть вы относитесь к этому абсолютно утилитарно, это функциональная вещь, да, где книга, не важна. Да. Вам не важна сама книга? Нет, я бы не обошел без книг, без... Нет, у меня есть еще, вы знаете, так как и диски, документы, которые я хочу... Хотя я не очень, я не с большой страстью отношусь к рукописям. Хотя иногда это очень удобно, очень трогательно тоже. Я несколько лет тому назад купил 7 писем Марселя Пруста. Вот так даже? Да. Ну потому что просто для меня это вот очень... важно и смотреть, и иметь и конверты, и все. Хотя все эти письма опубликованы, да. Но я хотел иметь какой-то настоящий документ. Вот я, например, знаю, что вы инструмент, на котором играл Иегу Деминухин, передали Валерию Соколову. А на чем вы играете сам сейчас? Это вот что за инструмент? Что он себе представляет? Это не инструмент Иегу Деминухина. Это... Страдивари, да, пока это... Это то, что у Соколова? Да. Ну, на нем играл Иегу Деминухин, насколько я знаю. Да, но когда я стал счастливым как хозяином... Обладателем, этого инструмента, я сразу... я провел лето там у Деминухина в Швейцарии, и он сыграл на этом инструменте вот пятый концерт, Бранденбургский концерт Баха, и еще очень для какой-то телевизионной передачи он сыграл и Дворжака, и разные пьесы, да. Так что как-то этот инструмент все-таки носит отпечаток, память. Да. И на каком инструменте я сейчас играю, вот я совершенно случайно несколько лет тому назад я играл, ну так вот, любительский какой-то квартет, вечер квартетов. И там был скрипач, у которого был, по-моему, очень красивая скрипка. Не только красивая, но звучала очень хорошо. Я попробовал. И он мне сказал, что это скрипка какого-то мастера из Бонна в Германии, Петер Гайна. Я был под таким впечатлением, что я немедленно ему позвонил и съездил туда и заказал ему инструмент. Я сказал даже Валерию, что он сможет играть на моем Страдивари, если тот инструмент, который я заказал, вам подойдет. Мне подойдет, да. И так и получилось. Это невероятный инструмент. Я даже не знал, что в современности, в современное время есть, мог бы быть такой мастер. Не только вот
то, что он строит, делает очень красивые инструменты. Но звук просто потрясающий. Потрясающий. Я могу это сравнить с, на самом деле с самыми хорошими. С итальянцами? Да. А мать Страдивари, вот да, стой. Да, да, да. Это, ну что ж, честь и хвала немцам. Вот инструмент у вас тоже классический и очень хороший. Угу. А не пробовали ли вы играть на электронной скрипке? Ну да, может быть, раз. Раз и все. Это вот предыдущий вопрос был про книгу электронную, теперь про скрипку. Как, по-вашему, это соотносится с настоящей книгой, электронная книга, электронная скрипка с настоящей скрипкой, или это все... Вы знаете, я не очень верю в такие понятия, что... Вы что, человек настоящего времени или живет в, или вы классический в прошлом, человек, или в будущем. Я думаю, что все великие, скажем, авторы, музыканты, они не принадлежат одному периоду истории. И они велики именно тем, что они как-то they go beyond. Они стали над временем, да. Так что, и насчет вот музыки будущего или настоящего времени. Вы считаете, что надо обязательно сделать категории, что эта музыка принадлежит прошлому или будущему? Я бы не согласен с этим. Я думаю, что есть музыка, у которой содержание. Я боюсь употреблять такие слова, потому что я считаю, что сложность – это могло быть одна из критерий качества. Сложность? Сложность, да. Ну, а в то же самое время мне непонятно, мне абсолютно непонятно, что вот во время Бетховена был тоже и Беллини, и Доницетти. То есть люди, которые писали вот примитивную музыку, ну, по-настоящему примитивную, то есть аккорды абсолютно, это уже, как это по-русски, шаблоны. Да. Шаблоны. А вот когда шаблоны существуют, я считаю, это уже не интересно, и не, это не будет жить долго. Но тогда величайшим композитором должен быть Паганини, не знаю. Паганини, если исходя очень из... простой композитор. Очень простой композитор. Как композитор. Я не говорю, что это просто играть Паганини. Хотя интерпретация не очень... Uh-huh. Это технически трудно. Но сложность структуры. Uh-huh. Я не согласен с моим мнением, своим собственным мнением, потому что есть и сожили вместе вот и самые сложные вот композиции Баха, и хорошая музыка Генделя, которая намного проще. Есть квартеты Бетховена, и есть лидер песни Шуберта, некоторых из которых очень простые. Вот так что я уже выброшу. Сами себя опровергаете. Да. Вот. И это для меня очень серьезная проблема. То, что в одно время, ну, скажем, в начале прошлого века, в первом и во втором уже десятилетии века, были такие композиторы, как Шенберг, как Веберн. И еще жил тогда замечательный композитор Сессилс, который абсолютно принадлежит прошлому. Да. Вот. Так что это совпадение. Это констатация. Я не думаю, что надо на этой консультации оправдать или осуждать того или другого.
Так что это, все эти периоды истории надо очень деликатно и очень тщательно обсуждать. Если у меня будет искусственное сердце или почка, я останусь человеком? Как? Почему? Да? Почему нет? А музыка, исполненная на электрической скрипке, останется музыкой? Не потому, что она исполняется на электрической или электронной скрипке. Не потому. А потому что она музыка? Потому что она музыка, да. Если она музыка, то она будет музыкой в любом инструменте. Я думаю, что в каком-то мере вот, инструмент не так важен. Поэтому я говорю, что вот Бах самый великий композитор вообще. Потому что инструмент для него не значил, не имел... Это инструмент не был способом сочинения. Угу. То есть он не думал об инструменте. И то, что он очень хорошо писал и для скрипки, и для клавира, для рояля, для органа, для голоса, это как-то это побочный продукт, скажем, вот, это его мышление. Ну, так же, как Гленн Гульд, например, не признавал, ну, иногда, как вы писали, он даже не играл, он все играл в голове. Все было в тишине, то есть без звука. Это было, как это сказать, интеллектуальное представление музыки. Тем, что можно наслаждаться, это феноменальное это качество, по-моему, иметь такое возможность. Бруно, но это редчайшее исключение, да? Это уже высшие сферы музыки, в том числе да, классической. Ну, да. А как обычному человеку вывести для себя критерии? Как ему понять классическую музыку, если он в этом ничего не понимает? Как ему принять ее для себя? Что для этого нужно? Это трудный вопрос. Это очень трудный вопрос. К сожалению, я думаю, что для большинства людей их, то есть восприятие музыки зависит не от, от личного, от личной мотивации, но это от того, что с самого детства их это, я не знаю, можно ли по-русски так сказать. Их кондиционируют. Приучают, может быть? Приучают. Ну, к ужасному. Ну, то, что сейчас есть музыка везде. Вот, и в лифтах, и в госпиталях, и в аэропортах, и в ресторанах. Я считаю, что это очень вредно. Это вредно? Очень вредно. Они портят вкус людям? Они портят вкус в том смысле, что они то есть они привыкают к самой дешевой. Они, вот, то, что называется сегодня музыка, вообще, ну, это что? Это сладкое, это Кока-Кола музыки. Хотел спросить, вы слушаете в жизни что-нибудь, кроме классики? Может быть, не знаю, какая-нибудь Мадонна или Тупак Шакур. Что-нибудь имеет право на существование, по-вашему? Я старался, да. И как? Я старался, и... Есть даже друзья, которых я очень уважаю, которые пытались мне уговорить, что убедить, что там есть то есть в рок-мьюзик. Ну, например, или в блюз, или джаз. А, да, джаз. Ну, замечательная музыка, конечно. Так. Ну, конечно. Не, но то, что я имею в виду, то, что видите, по телевидению постоянно вот все эти то есть, вы знаете, вот меня очень раздражает, когда я слышу, вот этот человек пианист, певец, композитор. Так. Обыкновенно это пианист, который не умеет играть на рояле, композитор, который не умеет сочинять музыку, и певец, который не умеет петь. Бруно, извините. Это очень часто так. Но очень вы режиссер, музыкант и писатель. Как же так? Я не согласен. Нет, ну что такое пианист? Мы можем назвать имена, да? Конечно. Ну, я слышал когда-то, есть такой пианист-певец. Как его зовут? Я еще англичанин. Может быть, Стинг? Он прекрасный. Как? Стинг? Нет. Как? Элтон Джон. Элтон Джон. Так. Вы считаете, что это пианист? Нет. Вы считаете, что он умеет играть на рояле? А что такое все эти великие пианисты, которые посвящают вот
каждую минуту своей жизни к этому искусству. Он вообще не пианист. А как он поет тоже, по-моему, нет? Да, поет. Он поет. Ну, он говорит, ну да, да. В общем, весь мир его очень любит, говорит. А вы знаете, был такой певец эстрадной музыки, очень хороший, у нас во Франции, Серж Гансбург. Ну, еще бы. Конечно. Его знают здесь? Да, еще как знать, любят очень. А вот. Интересная фигура, кстати. Да, очень интересно. И он говорил, это то, что он говорил, это был скандал. Ну, он говорит, что наш жанр музыки, то есть песня, это жанр минор. Это очень, значит, неважный. Это, ага. Это очень малозначимый. Жанр. И ни одной из наших песен не может сравниться даже с самой простой прелюдии Шопена. И ну, он так высказался. И это не говорится о том, что я не люблю песни. Я иногда очень люблю некоторые из песен, которые очень простые, но зато есть элемент подлинности. Вот. Это, конечно, нету абсолютные критерии, чтобы определить, что это такое. Ну, вообще нету абсолютные критерии. Ни в чем. Ни в чем. Так что это. Но я был очень признателен этому Гансбургу. За хорошую формулировку. Да. Но, Бруно, вот все-таки, резюмируя то, что вы сказали, получается, что классическое. Это ужас. Вовсе нет. Просто вы сказали, что это элитарное искусство абсолютно. Нет. Я в этом никак не согласен. Я думаю, что самые глубокие statements, высказывания больших артистов всех времен может трогать любого человека в любое время. Я вам скажу один анекдот, который меня касается, но все равно. Я не знаю, в курсе о том, что я сделал когда-то вот большой, огромный фильм о Рихтере. Конечно. Вот. Он был опять показан по телевизору несколько лет тому назад. Во Франции? Во Франции, да. Ночью. На следующее утро я был в каком-то химическом магазине, чтобы купить какие-нибудь продукты. Продавец, довольно молодой человек, ну, абсолютно без всякой культуры, музыкальной культуры и ничего. Мне сказал, вы знаете, я вчера видел ваш фильм о русском музыканте. Он даже не знал, что такое пианисты, о русском музыканте. И дальше. И это цитат. J'étais scotché. То есть я был поражен. И очень плохими словами он сказал, c'est con que ça passe sur Arte. C'est con, это очень сильное слово по-французски, это мудак. Вот. Да. То есть мудачество. C'est con. Ну жалко, что это показывает Arte. Arte это наш культурный канал. Да. Это значило, что было бы лучше, если было бы по обыкновенным. Угу. Дальше. Он aurait dit un tolard à la fin de sa vie qui vient raconter ses crimes. Это у меня было такое впечатление, что как будто это зэк, который в конце жизни приходит и рассказывает о своих преступлениях. Вот. Это значит, что этот молодой человек, который не имел никакого общего с музыкой и с миром искусства, был глубоко тронут. Для меня это самые хорошие слова, которые это лучше, чем любой комплимент. Вот. Mm-hmm. Я считаю, что именно вот музыка, искусство может достать любого человека в Японии, где-то на юге Индии или в Монголии, это не важно. Не надо
обязательно иметь. Я считаю, что культура, то, что вы, человек знает что-нибудь о музыке, об искусстве, это помогает как-то вот, его пониманию, но это не необходимо никак. Вот теперь, да, вы перевернули картину, все наоборот. Помните ли вы, конечно, вы помните, та идея Марселя Пруста о том, что есть гении, шедевры музыкальные, а есть гениальные интерпретаторы. Не кажется ли вам, что вся культура последних веков, ну, не то чтобы после Баха, может быть, немножко позже, потому что были еще великие, она вся цитатна. Уже нету шедевров, есть только интерпретаторы. Причем это касается не только музыки. Я говорю обо всем, о литературе, об искусстве как таковом. То есть, что все искусство, которое сейчас пишется, сочиняется, это как-то повторы. Интерпретация? Нет. И в литературе так, и в музыке нет? Никак. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что мы не достигли такой период, где все... Закончилось? Закончилось. У вас нет доказательств? Нет, конечно, нет. Но... Вы просто имеете надежду, что это будет еще когда-нибудь? Мне кажется, и сегодня, что постоянно есть новые сочинения, которые... Очень... Можно сравнить с теми, которые... Ну, а зачем сравнить? У которых есть будущее, которые будут читать и слышать, или смотреть через тысячелетия. Я уверен, я не вижу, почему. Вы знаете, это... Как это объяснить? Это то же самое в области интерпретации. Я еще помню, когда-то в Италии, ну, год там назад, может быть, играл концерт мой друг, великолепный польский пианист Петр Андржевский. Он играл концерты Моцарта. И это было настолько вот, охватывающе. Я помню, что после концерта, я ему сказал, ты знаешь, это то, что ты сделал, это доказательство о том, что актуальности Моцарта. И так что это, конечно, сужает сферу, но я считаю, что интерпретация должна быть на этом уровне, чтобы иметь оправдание. Потому что это когда интерпретация как-то открывает новые грани или направляет освещение. Бруно, для этого должен был быть Моцарт, чтобы потом он мог сыграть, не интерпретировать Моцарта. А где новый Моцарт? Где новый Достоевский? Есть. Есть? Ну, конечно, конечно. Хорошо. Это безусловно. Я не хочу назвать... я вам скажу, вот... Да. Солженицына, что он умер 3 года там назад. Это Толстой 20 века. Для меня без даже спора. И без сомнения, я понимаю. То, что такое... Ну, во-первых, то, что этот человек описал вещи, которые были знакомы. Почему вдруг эти вещи стали иметь, то есть почему его слушали вдруг? Потому что и стиль, потому что его величие как писатель заставили эти вещи стать значительными. Вы правы, вот. Может быть. Так что, да, он умер только 3 года тому назад. Вы знаете, я его встретил. Это было колоссальное. В Вермонте или уже в России, в Москве? Я в России. В России? В России. Я могу вам рассказать, как это случилось. Это было просто феноменально. Это было во время похорон Рихтера в Москве. Мы там были в доме Рихтера, потом была религиозная служба в храме. И там все было... набито, вот я вышел на площадь, церкви, и вдруг
выходит, сошелся. Я к нему подошел. И я просто, как это сказать, вы знаете, я стоял, пошел на колени, как это сказать? Полниц. Полниц, да. И он просто мне сказал, ну что вы, все. Потом через 3 месяца я опять был в Москве, я был у Нины Львовны, и она мне говорит, Бруно, вы не хотите пойти на концерты там в Пушкинском музее во вторник, я сказал, а кто там играет? Она мне говорит, вот Игнат Солженицын, которого я хорошо знаю, который замечательный музыкант, замечательный пианист, музыкант, человек с огромной культурой, который говорит и по-английски прекрасно, и по-французски сейчас, и по-немецки, это настоящий европеец, хотя он живет сейчас в Америке. Вот. И так что я пошел на этот концерт, и я был в раздевалке, было минус 30 что-то в этом роде. Я развел свое пальто, я клянусь вам, что так и было. Я почувствовал присутствие за моей спиной человека. Я обернулся. Это был Александр Солженицын. А его жена меня увидела и сказала, Бруно, что вы здесь? Откуда она меня знала? Я не знал. Она сказала, вот это Бруно. И он тоже, Бруно, как я рад вас видеть. То, что этот человек знал о моем существовании, было просто невозможно. Я думал, что я с ума схожу. Вот так что, и мы потом сидели во время концерта вместе. Одна из тех мгновенных встреч, которые для меня были очень важны. Я хочу обидеться на ваш первый ответ, когда вы сказали, что книги читать не обязательно. Я не знаю. Вы просто либеральный человек и позволяете каждому жить так, как он хочет жить, видимо. Ну да, это очень, я считаю, что это очень важно. Да. Вы знаете, я это сравниваю с политической пропагандой. Я еще помню, когда я впервые был в Советском Союзе, для меня это было смешно, но это тоже предмет ужаса. Все эти лозунги, которые не имели никакого отношения с суть вещей, да. Да. Вот. И как, я думаю, что все эти люди, как они conditioned, наоборот, я считаю, вот это для меня очень важный вывод, что и для меня было очень трудно, когда я сделал этот фильм о советской музыкальной жизни, я хотел доказать, что, конечно, там не было ни капли свободы, зато внутренняя свобода человека. Как человек. А здесь, сейчас, то, что творится у нас именно вот сейчас, я считаю, что свобода человека как-то исчезает из-за того, что ему постоянно вот как крам вдалбливают, да. Слишком много всего. Да. Не слишком много всего, слишком много плохого, да? Дешевого. Да, понимаю. Мы ни разу не пронесли слово попса, но мы подразумеваем это. Угу. Хорошо, у вас, если я не ошибаюсь, это был Ростропович, который в фильме об Ойстрахе. Да, он да. Тогда сказал, что советские артисты за рубежом пропагандировали так своеобразный такой советский строй, который мог рождать таких гениев, как вот, в частности, Ойстрах. Бруно, а что вы пропагандируете своими фильмами? Свои эмоции. Я хочу от этих эмоций сделать какое-то, чтобы они стали как-то универсальными. Я считаю, что это даже источник всякого искусства. Это, эмоции? Эмоции, то есть в общем смысле слова, что
желание передать, желание считать, что то, что ты чувствуешь, имеет значение для других. Я как-то, я думаю, что это мотивация всей моей деятельности, ну, которой конкретно это, конечно, это вероятно, страсть. Музыки как страсть. К музыке так. Конечно, я. Страсть. Ну, в общем-то, не только к музыке, и к, к. По-моему, у вас. Я думаю, что если что-то человеческое, ну, я думаю, что это понимание других людей, которые мне особенно близкие. Я думаю, что это попытка, вот попытка превратить все это в какой-то универсальный жест.